Есть такая примета: погладь кошку 5 минут, а потом чешись сама. Это аллергия у меня вышла. У меня на кошку аллергия, хотя, ну, кошке уже 10 лет. А началась она лет 5 назад. Ну, короче, это выглядит вот так. Доброе утро, я пошла собираться дальше. У нас сегодня корпоратив, так что я нарядная буду скоро. Вероятно, в одно и то же время я каждое утро хожу. И в каждое и в одно и то же время заводит машину ее хозяин на дистанционные заводится. Но это напоминает мне кинговскую Кристину. Сегодня у меня получилось полноценное свидание с собой сейчас после вечера органной музыки. Я пошла в свою любимую бургерную в Пушкине, называется First House Burger. И я взяла бургер, которого уже нет, и взяла большой капучино. Вообще я молочные напитки кофейные уже не пила 1000 лет, но мне захотелось что-нибудь такого десертного, сладкого. Я еще добавила туда карамельный сироп, потому что мне прям хотелось задобрить свою душеньку, потому что опять какая-то у меня пора настала грустная. Тут одна дамочка заболела. Алина, если я тебе подарок. Я наконец-то в Таллине. Сегодня 1 января, и в 7 утра у меня сегодня был автобус. Скоро пойду встречать Сашу. Он прибывает через 1,5 часа, по-моему. И наша квартирка находится недалеко от центра, и это было одним из основных и ключевых моментов при выборе, потому что я живу в удаленном месте от центра города в Петербурге, и мне было очень важно, чтобы я не тратила времени на то, чтобы добраться до центра города здесь, чтобы просто погулять. Сейчас я ищу провиант, потому что я не ела с Нового года ночью. Вот так вот. Нашла какое-то место. И сейчас следую туда. О, мне очень нравится Таллин. Я с радостью, с любовью вспоминаю свои поездки. И рада возможности показать этот город людям, которые мне дороги. Итак, поехали. Здесь дверь находится. На расстоянии даже будет не дорогим. Здесь зеркало. Шкаф. И зонт есть, боже. Маленькая кухня. Джу-джу-джу. Тарелки есть, все есть. Класс, класс. Телевизор. Вся важная информация о квартире есть. Свечи. И нам конфетки положили за таким столом. Это первый этаж. И здесь люстра, как мне нравится. И напротив кровати. Не очень мягкая. Последний, в принципе, чем-то похож. Чтобы там угадалось. Прекращай снимать. Thank you.
Сегодня 9 марта, и вчера Саша сделал мне предложение. Вот так. Да, я сама в шоке.